Я вас приветствую, дорогие зрители, из самого сердца Алании. Продается видовая 2 плюс 1. Глазами все видно вот так, как вы видите, и этот вид не закроется никогда. Потому что здесь запрещено строить. Вид на горы. Тоже глазами видно вот так. Рядом вот подъемники проходят. Пляж Клеопатры известный. Километр расстояния до моря, парк. Ну, самое сердце Алании. Одно из красивых мест. С видом на эту красоту, на лес. Термопакет окна. Смотрите, как тихо. Птички даже. Куда птички поют? Красота какая. Квартира мечта. Моя мечта, да. Надеюсь, когда-нибудь куплю. Гостиная. Ну, с отдельной кухней, квадратных метров здесь минимум 110, полезная площадь. Минимум, может быть, 115. Первый балкон. Квартира не первый этаж, чтобы вы понимали. Видите, да, расстояние, там подвал, кажется, снизу есть. Просто прелесть. Типа вилла, скажем. Но проекту где-то 18-20 лет. Здесь несколько жильцов. Сек-холодильник. Полностью сделан ремонт. Сейчас проверим, есть ли доводчики. С доводчиками. Прихожая. Айда здесь 50 или 100 лир. Два этажа комплекс, 4 или 6 квартир тут. Как бы таунхаус, но без выхода к территории. Первый санузел и второй санузел. Второй санузел большой, с душевой. Ну, есть что. Ванна, форточка тоже есть. Кайф. Ну, вид чего стоит. Вид вы уже увидели. Первая спальня, здесь где-то 11 квадратных метров. Инверторный кондиционер фирмы Eskimo. Эта спальня где-то 14 квадратных метров, полезная площадь. И еще один балкон. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры с таким вот потрясающим видом. Где смотрите? Вот он, глазами видно так. Цена 220 тысяч евро, 2 плюс 1. ВНЖ пока невозможно получить, так как в собственности меньше 5 лет. Но так как открытый район, может быть, это как-то не изменит в будущем, то к тому времени можете получить. Или же можем помочь с решением ВНЖ по этой квартире. Цена, еще раз повторюсь, 220 тысяч. 100 евро от меня скидка, 199 тысяч 900 евро. Звоните. Такие квартиры на продажу бывают очень редко. И рано-поздно здесь цена поднимется. Потому что
Здесь редко уже кто строит в этом, где крепость Алании. С вами был Агаси в Солнечной Алании, район Сарай или там центр города, крепость Алании, район крепости Алании. Всем пока-пока.